Всем привет, с вами Влад, и это видео по игре Brawl Stars. По названию данного видео вы, наверное, уже могли догадаться, что же будет в этом видеоролике. Поэтому не буду медлить, ну и, конечно же, погнали! 3 дня назад в официальном твиттер-аккаунте Brawl Stars вышел такой пост. Пришло время для клубной чистки. В ноябрьском обновлении количество членов клуба будет уменьшено со 100 до 30. Пожалуйста, организуйте своих членов клуба сейчас. Иначе это будет сделано автоматически с обновлением. Более подробная информация появится в следующем месяце. И вот поэтому, ребят, сегодня я сделаю чистку в своем клубе. Но сначала, ребят, я должен оповестить своих участников клуба, что сейчас произойдет чистка нашего клуба. Итак, ребят, отправляем сообщение, все. После того, как я отправил это сообщение, давайте зайдем в список участников моего клуба. И на данный момент в моем клубе находится 46 участников. И получается, мне придется кикнуть 16 участников. Ну что ж, погнали. Итак, первый это будет чел с ником АУ подписчиков. У него странный ник, мало кубков, да и в принципе я не знаю, кто это, поэтому я его кикнул. Так, дальше, 3-3-3-3, тоже какой-то странный чел, кикаем его. Ребят, я уже кикнул достаточно много участников, но я не знаю, кого кикнуть еще. В клубе остались большинство моих друзей, а также тех челов, у которых много кубков. Итак, ребят, кикаю последнего участника. И все, ребят, теперь в клубе 30 участников. И вы просто посмотрите, сколько теперь в клубе сообщений о том, что я кикнул участника. Это просто жесть, ребят. А на этом моменте мой видеоролик подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ну а с вами, как обычно, был Влад. И всем пока-пока.